Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застенет стекла оконные. Там кивают сирень и смородина, позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня, позови. Привет! И разберем песню «Позови меня, Любе». Начнем с аккордов. Первый аккорд ХМ. Зажимаем весь второй лад указательным пальцем и безымянным пальцем. Четвертый лад, четвертая струна. Аккорд ЕМ. Второй лад, первая струна, третий лад, вторая струна. И четвертый лад, третья струна. Аккорд F диез. Зажимаем первый лад указательным пальцем, весь. Средним пальцем зажимаем вторую струну второго лада. И безымянным пальцем четвертая струна, третий лад. И еще присутствует аккорд D. Это второй лад, четвертая, третья и вторая струна. Аккорд А. Первый лад, третья струна. Второй лад, четвертая. Также присутствует аккорд G. На втором ладу первая и третья струна. И третий лад, вторая струна. Присутствует еще аккорд H7. Зажимаем указательным пальцем весь второй лад. И средним пальцем зажимаем на третьем ладу третью струну. Ну вот, аккордов много, к сожалению. А может, и к счастью, лучше звучит. Значит, разберем перебор. Итак, зажали первый аккорд ХМ. Играем. 4, 3, 2. 2, 1 вместе. 3, 2. Четыре, три, два, два, один вместе. 3, 2. Следующий аккорд ЕМ. 4, 3, 2, 2, 1 вместе. 3, 2. Ну, то есть перебор. Неважно, какой аккорд бы вы ни взяли, а перебор такой же самый. И осталось самое сложное. Самое сложное – это бой. Бой на припеве. Раз, два, три, четыре. Сейчас попробую я объяснить. Зажимаем ХМ.
Ну, то есть получается. Позови меня, тихая родина. Позови меня. То есть там уже такая разгонялова идет на ХМ. То есть мы заканчиваем это тихая родина, уже начинаем разгоняться. И как мы разгоняемся? Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И потом, когда уже позови меня. Там потом идет все время вниз. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. Вверх. Потом пятый раз вниз, вверх, вниз. То есть идет на аккорде Г четыре раза вниз. Потом пятый раз вниз, вверх, вниз. И потом идет уже аккорд А. Потом, когда аккорд Г. То есть мы так представляем себе, что мы уже проиграли эти четыре раза. И, точнее, три. И идет четвертый. Вниз, вниз, вверх, вниз. Это аккорд Г, точнее Д. И H7. Такой же, скажем, как у Д. В общем, попробуем сначала. ХМ. ХМ можно вообще, в принципе, ничего не играть. И потом, когда уже... Позови меня. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, уже вверх, семь. И потом аккорд А тоже самое. Раз, два, три, четыре, пятый вниз, вверх, вниз. Аккорд Д. Раз, два, вверх, вниз. И аж семь. Раз, два, вверх, вниз. Должно получиться следующее. Вот так вот, вот так вот. Позови меня, грусть печальная, позови меня. То есть потом на остальных аккордах так же самое. Раз, два, три, четыре. И пятый вниз, шестой вверх, седьмой вниз. Вот только отличается D и H7. Там два раза вниз, вверх и вниз. Пам-па-ба-пам. Я сейчас попробую это как-то все склеить на монтаже. Не знаю, что у меня получится. Столько всего лишнего наговорил.